Короче, ребят, YouTube перестал присылать уведомления о моих видео, поэтому, пожалуйста, переподпишитесь на канал и поставьте колокольчик на все уведомления. Ну а кто не был подписан, повторит ту же процедуру. Но мне вообще как-то поебать! Я лью кристалл, и шантан моё! Не читал, теперь моё! Я лью кристалл, и шантан моё! Не читал, теперь моё! Точно, точно, я лью кристалл! Чё, я сажусь? Не читал, теперь моё! Привет, уёбище! Привет! Всё, пока я, блядь, пошёл. Здорово! Все не так должно быть, извини, я должен. Пожалуйста, извини. Ты своим началом такого общения, блядь, и запрягла на весь свой стрим, блядь. Просто все привет, говно дурачок. Сейчас будет заткнулось нахуй. Короче, будет мы просто... решили. Мы вдвоем с Хантиком решили. Раз это ему... я решил, нахуй. Раз ему нечего надеть, он ходит в одном, ну вы поняли, в чем он ходит. Мы с ним вдвоем решили подобрать ему лук. Стоп, подожди, это в чем, блядь, я хожу? Да ты видел вообще, как ты одеваешься? Это просто полный пиздец. Одеваюсь, как хочу, блядь, ты вообще не... Хантик. Хантик! Ну ты вообще видел, как ты одеваешься? Ну это вообще, это не уму непостижимо. Да пошел ты в жопу, блядь. И короче, я приняла решение его одеть немножечко, ну приукрасить. Короче, мы сегодня будем подбирать ему лук. А вот он. Мой хуй на так. Здорово, нахуй! Айс, снэк, айс. Хеллоу, привет. Привет. Ладно, все. Привет. Бля, вы пиздец вообще. Здорово, бандиты, бля. Что мы будем сегодня делать? Бля, Натах, может ты сама нахуй как? Чё, блядь, я хотел? Чё ты хочешь, блядь? Пиздец, заканчивай. Извиняюсь. Все больше не будет. Какой КС? Да вообще, что ли, идиот? Короче, пиздец, да. Oh, yeah. Мне на самом деле этот трек не очень понравился. Ну как, он нормальный, но заебал уже пиздец. Ты горишь, как огонь, я. У меня огонь, я. Мне он не очень понравился. Сидит хуярит, блядь. Трек хуйня! Я, ля-ля-ля. Мне тебе нравится. Да и в целом ты. Бля, а так можешь поспокойнее себя вести? Как у меня же голова. У меня же голова заболела. Да ты меня сделай просто потише, мой сладенький мальчик. О, поедешь на стрип-хаус? Поедешь на... Не знаю я, что вы меня спрашиваете. Не спрашивайте. Бля, ёбнутая пиздец. Ладно, включаю олдовый плейлист, чтобы как-то заглушить. О, вот это нормально. Сейчас пойдет трек. Знаешь, какой тикток хочу записать? Пиздец! Да мне вообще похуй. Ща, вот да, этот. Вот я этот. Слушаю музыку. Дип-дип-дип-дип. Острые углы, стоп. Нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та. Что было со мной, нежно храня нашу любовь. Ты включаешь свет, только мне темно. Не хватает сил, но надо мной. Не хватает сил сделать первый шаг и все изменить. Но я смотрю в твои глаза, пустые зеркала. Ищу в них отражения, знаю. Знаю, что любовь давно ушла, и сила истекла, ищу любви спасенья, слыши. Я помню, в детстве всех дубинами называла, у меня в школе, короче, погоняла была дубина, ну, какое-то время, потому что я всех дубинами называла, я не знаю, что это за меня. Такое, ко мне прилипло это слово, я не знаю. Короче. Писо и ты. И Юма, спасибо большое. Ту-ду, 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 е-е, ту-ду, ту-ду. Короче. Ашер, ашер, ашер. Е-е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 
Каменная леди, ледяная сказка. Вместо сердца камень, вместо чувства маска, и что? Больно все равно. Привет. Для тебя у меня есть реально крутой бонус. Вводи промокод GS и получай дополнительные 40% к сумме пополнения баланса. То есть, пополнив баланс на 1000 рублей, ты сможешь получить 1400, а это уже, между прочим, несколько дополнительных открытий кейсов. Сначала откроем кейс «Один дома» за 549 рублей. И нам выпадает P250 Franklin. На первый раз не повезло. Идем далее и откроем уже три кейса PS5 по 219 рублей. Уже неплохо. Мы окупились на 100 рублей. И в завершение на весь баланс откроем три новогодних кейса по 999 рублей. О-о-о, а Desert Eagle это уже не шутки. Также на сайте есть разные режимы, кейсы, контракты, сражения, карточки, апгрейды и колесо бонусов, которое можно крутить раз в сутки бесплатно. Да, ребята, это топ скин. Ссылка на сайт и промокод в описании.